Даже в выходной день народные избранники продолжают работать. Депутат Геннадий Данилов сегодня в совхозе Первоуральский контролирует установку детской площадки. За возведение игрового комплекса давно боролись местные жители. Они обратились к Единороссу. Площадку подбирали, учитывая все показатели. Отсутствие подземных коммуникаций, количество жителей и домов. Несколько раз я приезжал сюда вечером, и дети такие, посмотришь на них, им нужен песочек. Эти площадки старые, которые уже, хотя и управляющий совхоз, он тут помогал, дед подварил, но уже эстетика не та. Сейчас совершенно другое. И мы сегодня устанавливаем эти вот площадки. Маленькие первоуральцы до сих пор играют на старой горке. Установку решили оставить. В ближайшее время ее обновят. А вот со старыми качелями детворе придется распрощаться. Они уже пришли в негодность, поэтому их заменят. Этим дело не ограничится. Среди обновок – турники для школьников, канаты и змейка. Детям где-то надо, а то они бегают, не знаю. Все равно лазят, все равно где же вот есть вот у нас вот. Мять внучки, то нравится вот. Как тебе вот эти турники, которые устанавливают, нравятся, не нравятся? Нравятся. Что здесь нравится еще, кроме этих турников? Качели новые. Вы здесь часто играете? Да, уже. С кем? Я вот с Кристиной играю. Пойдем полазим. Мы играем с девочками. Представители управляющей компании работали бок о бок с депутатом. Сегодня во время установки они тоже здесь. Коммунальщики готовы взять игровой комплекс на баланс и поддерживать чистоту на территории. Мы, конечно, были очень рады. И люди, конечно, были. Детишки помогали. Здесь и детскую площадку заполнять, в смысле песочницу заполнять. Ну, то есть какую-то свою посильную помощь оказывали. В Первоуральске продолжает свое действие программа партии «Единая Россия» 100 тысяч в каждый округ. С начала ее реализации установили несколько десятков детских площадок в городе. Мария Лебединская, Денис Храмцов. Хроника дня.